Добрый день, добрый вечер. Сегодня Макс интересный, микроблогер, еще маленький, у него всего лишь 33 подписчика несчастных, предоставил мне, как бы чуть-чуть более опытному блогеру, свой гироскутер. Первый раз могу облажаться. Подержи GoPro-шку, Макс. Ой, да, давай. Подержите его, подержите. Носками потихоньку вперед наклоняй. Это тема. Реально тема. Я еду. Да ты едешь? Не знаю. Он крутится вокруг. А что он крутится? Ты что, дай мне камеру. Педальки. Держи. Макс интересно дал мне гироскутер. Вот такая штука. Да, ссылочку я дам снизу, короче. Вот. Офигенно, ты шо, я кайфую. Обалдеть, у него даже подсветочка есть. Обалдеть. 5 секунд, полет нормальный. Не-не-не, я не разгоняюсь. Отлично, ты шо. Он такой офигенный. Я уже почти научился на нем ездить. Ну, если не учитывая того, что у меня ноги дергаются. Потому что я, наверное, 60 километров проехал уже на велосипеде. Обалдеть, офигенная штука. Я первый раз на гироскутере. Я вам скажу ощущения свои. Они просто божественные. Я хотел попробовать на гироскутере покататься. Но мне что-то бабок жалко было. 20 гривен 10 минут. А тут реально все. Макс интересный предоставил мне его бесплатно. Взамен того, что я просто-напросто его канал отрекламирую. Но дело в том, что это очень классная штука. Был бы у меня велосипед бы поменьше, я бы свой был великий, ему дал бы покататься. Но велик у меня очень большой, 29-е колеса, то сам Максимка, все, маленький такой интересный хлопчик, просто-напросто бы катался через раму, как я в детстве, через Украину. О, а ну еще раз учуди. Та ты шо, акробатика. Так, я вроде бы уже понял принцип действия самих. Попробуем чуть-чуть разогнаться. Вот. Офигеть! Я еду! Стоп! Да я понял. Я просто не... хочу попробовать на асфальте. Как оно... А! Тихо, стопе! Стояночка! Поехали! А! Ямка! Ямба! Ай! Да, сейчас, подожди, 5 секунд назад. Там просто плиточка. Жёленькая такая штука. Обалденная. Я видел, как липушники ими снимают на ровной поверхности. Итак, Макс, иди сюда. Вот, все, вот этот маленький человечек, спонсор гироскутера, который я только что эксплуатировал. Покупал в Цитрусе, фирма Like Bike. Да, если бы они еще заплатили бы ему за рекламу, было бы супер. Вот. Гироскутер — прикольная штука. Реально. У меня ножки, правда, от 60 километров сегодня побаливают, да, но тема офигенно. Это троцик, это просто троцик. У меня тоже есть еще канал. Да. Ссылка в описании, снизу будет тоже. Естественно. Снимай его. Блин, попробуй, это найс просто. Привык уже, да? Я буду. Ща. Ты покатался на него? А ну, Денис, да? Да. Реально тема. А тема офигенная. Не, натуре тема. Запомнили, походу я с хлебушком пролетаю. Да, у тебя уже хлебушка точно не будет. Я сейчас побежу за хлебушком, хотя бы посмотрю, он есть или нет, а вы никуда не уходите.